Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный видосик. Решил я заснять вам обзор моего склада, что у меня есть, что у меня закопилось за это все время. Потом попозже пооткрываем с вами плюхи, пооткрываем карты. Поговорим о том, от чего бомбит. Потому что, ну, просто бред уже. Так, поехали. 450... клеточек у нас максималка. Ну, начнем. Буду по порядку так идти, наверное, по общей, так и пойдем вниз. Книги. Довольно-таки классная тема. Опять же, не хватает места. Вот просто тупо многие скажут, как, блядь, ну, их надо дохрена. Вот мне просто не хватает места. Я не могу ни получить, ни открыть. У меня была изначально первая проблема, была дохрена книг. У нас увеличили стаки до 50 тысяч, и из-за этих лимитов вот реально вот у многих проблема уже опять. Раньше было, я не помню, там сколько у нас, до 5000, если я не ошибаюсь. Это вообще была фигня, это вообще была проблема. У меня утеряна куча ресурсов, как и у многих, наверное. Проблема с книгами у донатов очень серьезная. Нельзя открывать гильдейские сундуки. Сундуки замка, гильдийские сундуки, я их по-разному называю, из-за того, что впираешься просто тупо в перелимит, не только по книгам, но и по другим ресурсам. Ну, короче, это все, что у меня осталось, и я дальше не могу открывать, не могу больше получить. У меня только вариант сливать героев, чтобы увеличить количество книг за счет прокачек прорывов, то есть для того, чтобы мне получить больше книг. Ну, по сути, если так разобраться с сундуком, мне придется сливать героев, перекачивать их. Почему нельзя увеличить стак там до миллиона, например, и не задрачиваться? Почему мы должны вот ждать? Вот сейчас мы пойдем дальше. Ну, слизни я был в свое время, по слизням вложил в гильдию дохренище. До момента ограничения у нас было ограничение. Если сейчас сделать, сейчас 20, а это потолок. Я вот, читайте, 400, почти 400 миллионов влил в гильдию за счет слизнячков вот этих. Вот это реально самая кайфовая тема. Ну, конечно, она есть не на всех серваках. Вот, пожалуйста, у вас 24 миллиона, 4400. У меня слизни до максималки тоже доходили. Я тогда все спустил, вложил в гильдию. В итоге у нас гильдия стала, смотрим, какая в топе. 41-я, так. Я посмотрю, я уже даже забыл, где здесь смотреть у нас. Так, гильдия, так, 11-я по КГшкам. Ну, первые места вообще что-то в минус, я не знаю, что это за баги. Но мы были в десятке. Если это дальше надо донатить, ну, мы стали 11-ми. Так, что дальше интересного? Куча значков по счету тоже улетает. Это как бы не проблема, их можно продавать. Значки по счету нужны. Золото, мана, как вариант, сейчас очень быстро расходится при обновлении. То есть однозначно это плюс, но ресурс, который тоже со временем дойдет до максималки, я не фармлю КБшки и там все остальное. Если бы я фармил, у меня здесь КБ вообще первого левела, если бы я это фармил все, у меня тоже был бы перелимит. Я не знаю, что бы я тогда делал. Тогда бы пришлось опять же что-то строить, хотя что тут построишь, только единственный вариант куда-то тратить, что-то покупать. Но тоже, как по мне, реально бред. Если золото, допустим, можно еще потратить на пропуска, то ману, я не знаю, мана у нас уходит, получается, ну, единственное, продавать за запашки, но по запашкам тоже, как видите, перелимит ресурсов 50 миллионов. То есть проблем реально очень много создается, оно так кажется, но со временем это просто все забьется до стака и опять будет проблема. Значки почета я уже продавал тоже на золото, ну, их дохренище, и тоже я не знаю, что будет дальше, когда оно заполнится. Кулаки я открывал, покупал для суперпетов новые итемы. Кулаки расходятся. В принципе, кулаки можно куда-то пристроить. Молотки копятся.
с разных акций полным ходом. То есть тут, по сути, если разобраться, если брать постройку, ну, грубо говоря, у нас есть 5 строителей. Я не буду брать новых строителей. 5 строителей на 300, там, грубо говоря, дней, на целый год тут хватит с головой. То есть здесь усилений вот этих 2-300, наверное, хватит, чтобы построить новую базу с нуля. Значки, говорю, значки, скины. Как видите, некоторых скинов мне так до сих пор не хватает. На английском сервере очень печально с ними. Их дают очень редко. Но некоторых скинов, тех, которые донатные, 2700, 1800, 1000, там есть даже больше, должно быть 200. Вот. 7175. То есть даже с вводом 20-х, я думаю, еще дальше и 30-е нам скоро присобачат. Донатных с головой хватает на некоторые, не знаю, еще, наверное, на пару лет хватит. Ну, а некоторых, конечно, не хватает, особенно редких. Для обычных героев они их здесь очень редко завозят. Это у нас скины временные. Скины на здания, ну, тут это с сундуков, то есть так, чтобы вы понимали, это 5-е, 6-е там, где у нас падают сундуков. Сейчас мы туда дойдем. С итемов. Ну, сами все видите. 48 тысяч. То есть скоро, опять же, я упрусь в лимит. Единственный вариант — это просто вот так вот за лям продать на КГшке. Других вариантов нет. 49. То есть это тоже упрется скоро. Ну, остальные там, которые поновее, их поменьше. Ну, их тоже начинает копиться. Ну, камни агментации, камешки обычные, то есть я уже, у меня уже, они тоже уходят, и даже камни-кроки, они уже уходят все в перелимит, их хватает за головой, они в принципе не нужны. Не хватает вот этих карт лабиринта, их реально проблемно достать у нас на других серваках, их более продают, у нас только за самоцветы по 10 штук можно доставать, либо же в магазине. Он, как видите, тоже их не особо. У меня даже, кстати, до сих пор, по-моему, какого-то фона нету. Или все есть. А, вот, вот этого нету. Cosmic Temple, у меня его до сих пор нету. Это да, что было лень, не заморачивался. То есть у меня единственный фон, которого до сих пор у меня нет. Такс, поехали дальше. Буду знать, чего нету, чему стремиться. Ну, этих итемов для обмена купонов, как видите, дохренища, они просто валяются. Карты сменки 13321, их, наверное, было бы еще больше. Ну, их, в принципе, не проблемно достать у нас. Я ими не пользуюсь. Это можете просто умножить на 300 самоцветов. То есть, если я буду делать квесты, ежедневно там 4 квеста, то есть 1200, это если повезет. То есть, представьте, сколько здесь самоцветов. То есть, добавьте, грубо говоря, 2 нолика. Вот у вас получается уже сколько там. Миллион самов можно получить, если вот это вот все фармить и скидывать на самики. Через сменки, через квесты. Подземки, завершенки по квестах. Места, вот места я раньше скупал. Ну, 50 самоцветов тратить, это тоже накладно на нового героя. Карточки. Карточки на подземки командные. Я туда, в принципе, не бегаю. И никогда не бегал на этом аккаунте. В основном только чисто ради тестов. Поэтому у нас так много этих итемов осталось. Такс. Что у нас еще интересного? Так, откуда мы... Ну, ключики, я кабашку не бегаю. Это все ключи, которые даются там с разных локаций. Ну, то есть это ключи накопленные. Для кабашки 2500 карт накопилось. Это с донатных акций. Камешки. Ну, это обычные камешки. Это все с открытия сундучков. 11, 18,
таланты. Ну, это можно хотя бы все продать на кристаллики синие. 232 уже эти начали копиться. Тоже одна из проблем будущих. Ну, я сейчас там некоторые таланты меняю ролью, например, там расколы. Проблемно вытащить, поэтому они по чуть-чуть уходят, но их тоже перелимит был около 49, это мы уже тратимся временем по чуть-чуть. Камни на эволюцию, это тоже какие-то мы ему получили. Карточки на арену, ну, таланты уже, кстати, давненько редкие таланты не продают, это еще, наверное, полгодика назад они копились, то есть вот эти вот все таланты, они давались, они такие остались у меня. Все, что осталось, видите, новые прибавляются. Карточки сменки, ну, здесь поменьше, нежели тех. Они пореже падают. Чарки с коробочек. Ну, тут дальше вот тоже одна из проблем. Это чары вот эти. Я тоже не могу многие открывать. Гильдийские эти сундуки. Ну, сундуки замка. Почему? Потому что перелимит до 49 доходит и приходится потом либо продавать вариант. Но опять же, синие кристаллы тоже, если вы не качаете прорывы, некуда их девать. Либо просветы. Тоже одна из проблем. То есть надо все время кого-то приходится перекачивать, чтобы открывать итемы. Это пасы на экспедицию, тоже туда не бегаю. Камешки. Для вот тоже одна из тем для прокачки, но они сейчас по сути уже не нужны, потому что сразу можно купить десятку. У меня уже много десяток. Сейчас мы дойдем до эмблем, там будет бомбило. Так, ну это итемы с шариков разных копится камешки. Вот из-за этих камешков их либо вариант продавать за золото. Я не могу дальше открывать, по-моему, четвертые сундуки. Камни для прорывов тоже они все копятся. Это еще не все. Вот 49 я не могу из-за этого сундуки 5 и 6 открывать. Это мы накопили после Нового года. После того, как вытащили лису для следующего героя. Так, это у нас кристаллики. Тоже, как видите, они бесполезные. Дальше идут по 2, по 3 тысячи. Что с ними дальше делать? Менять единственный вариант 28 тысяч. Так, ну вот агенты, мне надо еще докачать двух питомцев, но мне не хватает синих шариков или обычных питомцев. Это с 49 тысяч с максималки, это то, что у нас осталось при прокачке суперпэтов. Еще мы тысячи, наверное, 3-4, а то и 5 потратим на прокачку двух суперпэтов, поэтому где-то надо так ради прикола реально около 50 тысяч этих книг, то есть, ну, по сути 10к, 10 лямов, ну это для бездоната, я не знаю, как это все качать, это только фармить, и то это такой процесс, это карты на новые эти подземки, я туда не хожу, перки я их тоже не использую. Дальше у нас идут герои, ну герои некоторых я сливаю, это вот с роллинга все, что у меня копится, иногда роли бывают, герои появляются. И тут у нас есть охники 223, 46. Ну и намного больше было бы, мы многих сливали. Это чисто так. Все, что есть, это роллинги в основном. Зефиры, барды и прочее. Так, дальше у нас идут карточки. Вот это вот все я продаю. Оно, по сути, для меня бесполезно. Думаю, как и для многих, невыгодно сейчас делать ковку. Сейчас уже дают даже без донатов седьмые, восьмые, а то и девятые эмблемы. Нету смысла ковать, тратить ресурсы. Карточки пошли. Я их пока коплю. Потом как-то пооткрываю. Так, это гильдийские сундучки. Вот четвертый я не могу открывать из-за камней. То есть вот из-за этих камней для прокачки смотра я их пока, ну они мне в принципе особо и не нужны, здесь нету таких интересных хитов для меня. Сумочки, вот Castle Class чисто 11 тысяч, я их тоже не могу открывать, потому что у меня либо книги в перелимите,
либо сменки на чары, либо итемы для прокачки. То есть одно из двух надо менять будет. Сейчас будет опять. Ну, сейчас, попозже будет. Я так и завтыкал. Надо было сделать обмен, поменять расходники в обмене. Вот шестые то же самое. Отсюда вот скины падают. Вот до хренища так много скинов. Шестых. Шестые лучше открываются, нежели пятые. Может, я шестых больше открыл из-за того, что здесь книги не падают. Ну, это такие уже итемы, это накопленное. Вот кристаллы по обмену еще, то, что я успел наменять, уже не валяются без надобности, плюс накопленные. Это идут у нас уже мешки. А вот яйца, которые тоже, по сути, они нужны. Новые итемы. В общем, вот такие вот дела. Идем, сейчас вам еще покажу, что делается по эмблемам. Там вообще, если раньше эти эмблемы там ковал, собирал, сейчас я просто их продаю, потому что они бесполезные, как по мне. Есть десятка, нафига эти семерки, восьмерки, шестерки. Те же самые, ну, девятки еще, ладно, можно там сделать, но опять же надо дохренище красных кристаллов для прокачки. Вот, заходим сюда и смотрим там. Третье. Ну, я в основном их все продаю, стараюсь, потому что они бессмысленные, только забивают. Хотя они места не занимают, но они нафиг не нужны. Когда что-то ставишь, они все мешают. Опять же, попадаешь туда, вот продаешь. Посмотрите, 2 миллиона, да. Ты проходишь в перелимит по кристаллам. Дальше у тебя вариант только либо перезаливать героя, потому что ты опять же многое не можешь открывать. Так, что там у нас? Пятые, ремки, психощиты. Шестые. У шестых очень мало, кстати. Семерки. Семерок побольше. Вот ремок 299. Когда мы знали, что будет такой перелимит по ресурсам. Восьмых там еще больше, некоторые я посливал тоже. Вот 242 психощиты. Восьмые психощиты. Раньше за пятыми война была 300, тоже дофига всего. Девяток тоже хватает. 47, 6. С девятками бегал. А сейчас уже у нас хватает и десяток. По десяткам ремок мне хватает. Там еще, допустим, ожоги, огненки. Вот это еще редкие такие. У нас их еще толком не продают. Вот для меня, для по локации топовая ярость, воодушки. Ну, в общем, все, что хочешь, все есть. Некоторые, конечно, в единственном я не кую, просто они бесполезны. Хватает и одной на какие-то локации. Но вот это считайте после нового года. Пошло накопление. Какой смысл, блин, ковать там, допустим, да, вот если посмотреть 210, чтобы сделать девятку. 210 уходит с девятки, еще 300 надо. Какой смысл, блин, тратить, если это надо все будет потом для прокачки прорыва, то есть тоже. IGG молодцы. Сначала мы потратили дохренище ресурсов на колку, потом выходит следующий, и все твои ресурсы просто не зря, по сути. Потому что разница между некоторыми эмблемами очень большая. В общем, вот такой вот, ребятушки, обзорчик склада. Пишите комменты, ставьте лайки. Думаю, скоро мы с вами пооткрываем итемы, потому что нету смысла их копить. Они просто копятся, а толку от этого никакого нет, хотя некоторые из них становятся раритетными. Все, всем удачи, всем пока.